Офигеть, в Молдове снег. What the fuck, 8 марта и снег. На дворе плюсовая температура. Короче, Россия и их правила с коронавирусом. Я имею разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Спустя 3 года я должен подавать документы на вид на жительство, а потом уже паспорт Российской Федерации. Прилетаю в аэропорт, говорю, у меня РВП, я хочу лететь обратно домой. Он говорит, нет, лица с гражданами Российской Федерации не летят, короче, в Российскую Федерацию, только если у вас есть вид на жительство. Я говорю, а как я могу получить вид на жительство без разрешения на временное проживание? То есть одно без другого не работает вообще никак. Я говорю, ну, не знаю, вот в России такие правила, только если есть вид на жительство, то иностранный гражданин в таком случае может лететь в Российскую Федерацию. А это означает, что я остаюсь в Молдове. А самое забавное, если ты находишься за границей больше, чем полгода, твое РВП аннулирует. Весело, да? То есть тебе нужно вернуться в срок, а ты не можешь, потому что граждане с РВП не могут возвращаться в Россию. Друзья, напишите, пожалуйста, в личку, кто летел с Кишинева в Белоруссию, из Белоруссии в Россию. Как все процедуры проходят и так далее, что требуется. Говорят, что можно так полететь, и все будет окей. Так что напишите, пожалуйста. Ребят, короче, в Приднестровье новый пик. Смотрите, маски можно носить вот с такими шапочками, с кепочками. А маски разные бывают, поэтому новый писк моды. А еще маски вот такие вот бывают. Вот с какой-то такой херней можно их одевать и носить. Маски. Во, еще есть маски, да. Есть типа вот такая. И еще куча вот таких вот модных масочек. Писк моды по-приднестровски. Мне, короче, брат сейчас хвастается, говорит, Сильвию купил. Я такой, вообще не верю. И он говорит, да, реально Сильвия. Вот показывает. Ну, не пиздец, Сильвию купил. Базару ноль. Ну, а я, пожалуй, буду запускать свою Сильвию и выезжать в город, раздавать наклейки сайт Мастерс. О, холодный запуск удался. Так, ребят, я сейчас выезжаю в город, где-то буду по Бендерам, по Тирасполю несколько часов кататься. Кто увидит белую Сильвию, можете там останавливать, сигналить. Я буду останавливаться и раздавать наклейки. А еще я где-то буду по местам и буду говорить, в каком месте я нахожусь. Минут 15-20 там буду тусоваться, так что кто хочет, может подкатывать. Так, я в первый раз вижу, чтобы чек у нас исправно горел на Сильвии. Ёпты, мне это не нравится. Чек, не надо, прошу, не надо. Интересно, если заглушить и потом заново запустить, пропадет ли чек? Ну, вроде чек пропал. Так, ребята, в Приднестровье мы раздаем бесплатно наклеечки нашей команды сайт Мастерс, поэтому все, кто желает их получить, пишите, подарим вам наклеечки. Посмотрите, какие здесь стоят красотки. Вон черная слива и беленькая. Ребята, я сейчас нахожусь в Бендерах у парка Горького. Вот здесь так машина стоит, и мы сейчас идем вот в кафешку кофе попить от Гриши. Так что мы тут минут 30 еще будем. Подкатывайте. Ребят, в кофейне наклеечки Side Masters уже лежат тут. Можете подходить и забирать. Кафе называется Горький. Ну что, ребята, Тирасполь, я выдвигаюсь
Тирасполь, а у драмтеатра в 21:30. Тут мы собрались небольшой компанией. Если кто в городе и делать вообще нехер, подкатывайте к драмтеатру. Мы еще тут будем. Минут 20-30 точно. Так что подваливайте. Пустой город Тирасполь. Ни одной души. Тут мы собрались небольшой компанией. Если кто в городе и делать вообще нехер, подкатывайте к драмтеатру, мы еще тут будем. Минут 20-30 точно. Так что подваливайте. Пустой город, Тирасполь. Ни одной души.